Простой парадоксальный прием, помогающий стать более уверенным. Этот парадоксальный прием заключается в том, что нужно разрешить себе быть неуверенным. То есть разрешить себе человеком, который там сомневается, который не может принять какое-то финальное решение, потому что это, мне кажется, абсолютно нормально и свойственно всем людям. То есть вот этот бесконечный культ уверенности, легкости, он, конечно, классный, прекрасный, здоровский, но в жизни реально иногда бывают моменты, когда невозможно вот прям вот так вот взять и прям решить какой-то там сложный большой вопрос, да, прям так краткосрочно, быстро, все, и пошли дальше. Можно быстро насрать на этот вопрос и побежать дальше, да. Но поможет ли это как-то почувствовать, ну, такую внутреннюю прям мясистую уверенность, я не уверен. Вот, и поэтому как-то вот разрешить себе сомневаться, выдерживать эмоционально вот эту неопределенность, вот это сомнение, вот это надо уметь. И это, мне кажется, иногда намного сложнее, чем так легко и высокомерно: я уверен, я чувствую, я так знаю. Да пошли вы в жопу. Всем хорошего дня. Надеюсь, вам эта идея понравилась.